До конца года в округе планируют капитально отремонтировать 138 жилых домов. Они вошли в региональную адресную программу на текущий год. В прошлом году в Муравленко капремонт провели в 10 жилых домах, меняли кровлю, инженерные системы, тепло- и водоснабжение. Еще по 4 разработали проектную документацию. В планах на текущий провести капитальный ремонт в 8 многоквартирниках. Так называемые общестроительные работы необходимо выполнить в домах номер 6, 10 и 27 на улице Губкина, а также 66, 103 и 123 на Ленина. В порядок приведут фундаменты, фасады и системы тепловодоснабжения и водоотведения. В жилых домах номер 18 и 34 на 70 лет октября проведут ремонт кровли и инженерных систем. Еще по 6 многоквартирным домам в этом году разработают проектную документацию для проведения работ на следующий период. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.